Китае обнаружили новый тип вирусного заболевания. Специалисты отмечают, что он передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Основные симптомы болезни – это высокая температура, утомление и кашель. Новый тип вируса опасен для человека, может вызывать смертельное заболевание. В России риск распространения коронавируса невелик. Сейчас в аэропортах усилен контроль за пассажирами из Китая, а также разрабатывают тест-системы для выявления вируса на ранней стадии. Но лучше позаботиться о себе сейчас. Лови простые правила противостояния вирусным, а заодно и простудным заболеваниям. Мой руки, как только приходишь домой. И уж тем более, если решил перекусить. Если чихаешь, не прикрывай рот рукой. Так микробы разлетаются по комнате. Лучше используй салфетку или сгиб локтя. При посещении больных бери с собой медицинскую маску. Не забывай есть овощи и фрукты. Витамины всегда на страже твоего иммунитета. Если поднялась температура, сообщи об этом родителям и обратись к врачу.